19 апреля 2014 года, в преддверии празднования православной Пасхи, на территории Новой Некрасовки, что в юго-восточном округе города Москвы, на месте будущего храма у закладного камня состоялся традиционный обряд освящения куличей и пасхальных яиц. Территориально закладной камень расположен на пересечении Покровской улицы и проспекта Защитников Москвы. Сегодня ясная, солнечная и теплая погода. Десятки жителей, многие с детьми, с самого утра идут к закладному камню поставить свечку, осветить кулич, да и просто погулять в этот замечательный выходной день. Христе Боже, наш слава Тебе. Праздником. Она.